И всем привет! С вами Незеранус, мы продолжаем проходить Parasite Eve 2. В прошлой серии мы добрались до некой лаборатории, вычитали информацию о некоем компьютерном вирусе и так далее. Терминал оставлен включенным. На обоих надпись Мелисса Майя. Мог знать эти имена. Да, видите, все признаки заражения. Это гусеница, заползающая по экрану. Старый пароль отображен на экране. И нам в том журнале сказали, как с этой штукой бороться. Нужно поставить все буквы в алфавитном порядке. И после каждой буквы, если ее больше одной, ставить число. Да. Тут в сумме получается вот такой пароль. М2. Так, погодите. С2 и Y. Да, подошло. Добро пожаловать, доктор Боуман. Лаборатория. Выбор в данный момент недоступен. Секция в данный момент недоступна. А, не, выбор тоже, да? Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы для, ну, в общем, для проверки. Какой метод подменяет гены ДНК с помощью искусственного вируса? Я, честно говоря, в этом особо не разбираюсь. То есть это там такие вопросы на эрудицию, можно сказать, на знание там биологии, по-моему, это к той области. Но тут я знаю, что вектор. Это, вот эти все задачки уже опытным путем выставлены. Что митохондрия производит, комбинируя глюкозу, липиды и кислород? Ну тут она... Вот это АТП, то есть по-русски аденозинтрифосфорная кислота. Тут, собственно, это и производит. Какое имя дали теории, что человечество изначально произошло от каких-то особей в Африке? Ну тут даже таким образом очевидно, что это митохондрия Ева. Или верно. Но тут на самом деле много вариантов вопросов. Если неправильно выбирать, то есть, ну, пройти их неправильно, то дадут и другие могут дать. То есть там штук 10, ну около 10 штук случайно дают, 3 только надо ответить. В общем, доступ получен. Ну тут уже не я выбираю. Вопрос. Что такое АНМС? Экспериментальная форма жизни, созданная по плану второй на Атене. Что это за план? Этот план руководствуется эволюционной теорией неомитохондрии, чтобы улучшить человеческую расу. Первая стадия. Получить образец неомитохондрии с энергией эквивалентной или выше, чем требуется. А, выше, чем ответственно за Нью-Йоркский инцидент. Стадия вторая. Ввести образец в тестовый субъект. Исследовать этот образец эволюционной способности и размножение АНМС. Освободить истину и потенциал человечества и сохранить их выживаемость для грядущего века согласно эволюции.
текущие результаты. Образец новыми доходами получен в январе 1998-го. Стадия первая. Завершена. Создание АНМС успешно. Некоторые проблемы в тестировании. Проблемы связаны... Попытки клонировать объект. Дальнейший доступ запрещен. Где был получен тестовый образец? Имя Айбрея. Что? Ну, вот тогда... НМС, все эти создания, они мои... Вот это вообще внезапно, да? Телефон. А я? Это я. Пирс. Пирс? Где ты? Ты взбесишься. Я в убежище. Что? Я думал... Я сказал тебе расслабиться после того... Я отдохну позже, доктор Айя. Сейчас я взламываю систему убежища. Я гений в программировании. У тебя есть пушка, гений. Ну, ты знаешь, я не люблю эти штуки. А я тебе нужно этого увидеть. Приходи сюда. Я к северу от тебя. Просто проверь свой GPS. Тебе это понравится. Послушай, Пирс. Не уходи туда, хорошо? Пока не будем сохраняться. Нет на это времени сейчас. Угу. Как-то рандомно монстры появились. Так, стоп, на этом этаже где? В зале лифта. Кстати, у нас, посмотрите, карта появилась полностью. Откуда-то. Видимо, Пирс нам ее загрузил каким-то... магическим образом через этот... Собственно, как он нам передал координаты, где он находится, таким образом он, наверное, нам и загрузил всю карту этого места. Но извини, Пирс, ты немножко подождешь. Меня ждут монстры, которых надо зачистить. Понятно. Лечимся. И еще лечимся. Это из-за твоего дружка. Там еще кто-то есть, да? Здорово, мужик. Я тебя что-то здесь не ожидал увидеть. Получай. Вот этому вообще сейчас просто не повезло. О, смотрите, светляк и более продвинутые патроны к дробовику. Так, сейчас мне куда? На самом деле, я бы за то, чтобы сходить в Драйфилд. Давайте загоняем, посмотрим. Просто чисто посмотреть. Я хочу как-то более-менее всех убивать. Музыка пропала. Ну ничего. В принципе, до Драйфилда тут близко. Интересно, Дуглас сам знал, что здесь находится вот эта штука? Вот это убежище. Что-то мне подсказывает, что вполне возможно даже, что и нет. Потому что та дверь в канализации, ну, в колодце всегда была закрыта.
я так полагаю. Хотя он вполне мог догадаться, откуда Айя пришла, когда она вернулась из убежища. Что? Кто знает? Мы этого явно уже не узнаем. Ну ладно. Сходим, посмотрим, появились ли монстры где-нибудь. Если есть, зачистим их. Если нет, то не зачистим их. Тогда давайте... Так, сколько у меня патронов к этому? Да, давайте сходим на светлячка купим. Хотел за кадром сходить, но как-то забыл. Ладно, давайте уж сейчас сходим. Небольшая беда, я думаю. Потому что светляк реально очень классная вещь. Но ходит не то чтобы очень медленно. Давай, мистер Дуглас, продай мне светлячка. Как-то с ним уже нельзя поговорить на какие-то левые темы, так сказать. Давайте вот так чуть-чуть оставим. И сваливаем. От седова. Пойдем тогда на B1 уровень убежища. Заглянем вообще в шахты. И потом сходим в тот единственный коридор, который почему-то заразился монстрами. И наконец пойдем туда, куда нам надо. Хороший план, я думаю. Скажем так, нормальный. Спускаемся вниз. Конечно, странно, что так обрывочно все эти монстры поспавнились. Ну что ж поделаешь. Ну да, сначала вот сюда сходим, потом вот туда. Это не тот коридор, где... Нет, это не тот коридор. Или... Нет, не тот, явно. Хотя нет, это... Не, все-таки да, это тот коридор, где был Боуман. Точно, чуть туплю. Конечно, непонятно, чего Боуман так взбесился на Айю. Зачем он хотел, чтобы она умерла? Ну, его дело. Не мне судить. Товарищи неадеквата. Так, промазал мимо панели. Так, а кто у нас здесь сейчас будет? Опа. Вы что ли? Угу. Ну ладно, я вас не боюсь, в принципе. Главное поддерживать их в ядовитом состоянии. Вот и все. Вот с ними главная тактика — это поддерживать их в ядовитом состоянии. Ну а там больше ничего нас не интересует. Идем тогда обратно. Но, видимо, все-таки они успешно провели испытание и создание этих АНМС. И, кстати, наконец-то допер до того, чтобы поинтересоваться, что значит это слово artificial, которое мы тогда вчера видели в этой лаборатории. Так, оказывается, просто искусственный.
То есть там речь шла, например, об искусственных органах и все прочем. И АНМС, я так полагаю, это искусственное НМС. Эти неомитохондриальные создания. Хрена себе. Ну и звуки же издают. Это кто? Это вы звуки издаете? Жесть. Чё же такие страшные звуки-то делать? Зачем главное? Непонятно. Ладно. Кто я такой, чтобы судить? О том, что правильно, что нет. Так, сейчас нам на север. Вот сюда. Прямо через ту самую стерилизационную комнату. Все-таки кто же там был? За этой панелью? На самом деле, точной информации я даже не знаю, по-моему. Может, конечно, в будущем я увижу и вспомню. Но на данный момент мне кажется, что я этого даже не то что не помню, а именно не знаю. Ведь музыка, по-моему, как та же вот эта фоновая, которая была в башне Акрополиса, когда бомбу обнаружили. Но там она была совсем недолго, потому что там уже был прям самый-самый конец локации. Вот здесь, собственно, мы видели ту девочку. Что это? Это существо. Как в том... Ну, в том сне, грубо говоря. Оно гигантское. И слышу его приглушенное сердцебиение. Этот панцирь очень твердый, но определенно там внутри что-то живое. Ужас-то какой. Ужас-то какой. О, здорово, мужик. Пиерс. О, а я. Не пугай меня так. Я думал, я сказал тебе отдохнуть. Извини. Ну, эй. Я волновался тебе. Ты так дашь себя убить. У тебя даже нет самой пушки. Вам всегда говорит об агенте Брей, который всегда одна ходит. Но как ты узнал, где я? Интересно, да? Взгляни на это. Это место. Нажми правой кнопки, чтобы переключать экран. А, я была только что там. Когда я вывел тебя, я позвоню тебе по интеркому. Коснись следующей панели. И следующий. Что? Что это? Так, такое зеленое? Лес? Что это такое? Но разве не все эти мониторы внутренние? Это не телевизор. Смотрим на что-то внутри этого убежища. Это подземный завод под названием Neo Ark. Исследователи просто называют его Ark. Ну, Ark это в переводе на русский ковчег, но я буду называть его Ark. Ark, а? А, ну как ковчег, а? Лодка, построенная, чтобы спасти пару животных от Великого Потопа. Что это? Ноев ковчег? Эй, не смотри на меня. Что такое Neo Ark? Ну, что-то огромная зеленая площадь. Зачем кому-то строить это? Откуда мне знать?
Что я знаю, это то, что внутри... Что-то внутри генерирует огромную энергию. И оно достаточно, чтобы вы создавать электромагнитный барьер. Барьер? Что ты имеешь в виду? Это то существо, которое ты видела. Это большое, ужасное существо. Это существо растет на энергии, поставляемой из Неларка. Кажется, я понимаю. Это НМС. Должно быть, это завод на митохондрии, о котором говорю. Кайл. Кайл? Кто это? А, какая разница? Что в этом случае, все, что нам нужно сделать, это отключить генераторы Неларка, чтобы приостановить рост этого большого. Я это сделаю, но где это? Взгляни сюда. Что это за свет? Это АНМС. Каждая точка обозначает существо. Повышен план, который ты подобрал в башне. Позавчера? Вот, возьми его. Все НМС, созданные здесь, имеют подобные импланты. Это значит... Верно. Это отображает местоположение АНМС. Это своего рода отслеживающая система. Видишь? Это ты, Ая. Это синяя точка, свет. Просто мой небольшой трюк. Нажми следующий. Здесь пусто. Это у нас B2 уровень. Вот здесь вот эта лаборатория, где мы исследовали это все. Следующий. Где это? Это завод Неларк. Это огромное электромагнитное поле. Конфликтует с системой обнаружения. Ясно. Ну, пожалуй, я иду. Понял. А ты... Я останусь здесь. Но... Эй, не волнуйся обо мне. Этот отслеживатель предупредит меня, если кто-нибудь будет идти. Да и у меня есть незаконченные дела здесь. Что? Совершенно секретно, извини. Тебе нужно идти. Опа, смотрите. Уже заселились локации. Тут нас. О, видите, и тут у нас заселились. Ну и на Б3 появились. А надеюсь, мы не видим никого. Это первый уровень в этого убежища. Тут тоже кто-то есть. А что это за первый уровень, кстати? Мы его не видели еще. А, ну, в принципе, все. Я хотел вообще вот это. Давайте откроем. Открыли дверь. Так, это что? Да. Зачем каждый раз мне это проверять? А, я не могу выключить свет. Так, лифт включаем. Нам, кстати, вот этот лифт и нужен. А здесь что? А, тут можно камеру подвинуть. Масштабненько. И так даже явно не скажешь, что это не какая-нибудь камера с какого-то вертолета снимает. Какие-то джунгли. Это что? О! Кстати, вот эта штука, если я сейчас нажму, вот эти защитные устройства, вот эти, ну, которые я называю камеры, то есть все лазеры и пулеметы, будут отключены. Отключу их, пожалуй.
Ясно. Это... Можно позвонить? Это больше, чем мы думали. Я собираюсь доложить это в штаб. Продолжай свое исследование. Сколько у меня там еще блоков-то? Я думаю, я уже давно эту карту памяти забил. Офигеть. Так. Ну, давайте нашу карту посмотрим. По ней будет как-то проще ориентироваться все равно. Ну да, вот. Сначала мы пойдем полностью исследуем вот этот этаж. Потом зачистим все вот эти остальные. А, кстати, видите, вот этот проход, где я зачищал, он остался незаселенным. В шахтах никого. А куда мне сейчас лучше пойти? Пойду через стерилизационную на подземную парковку. После этого через спальни, склад и до зала лифта. Отлично, план есть. Что-то мне начало вилять туда-сюда. Чё, охренел? Кто тебе разрешил так на меня поворачиваться резко? Спать? Непослушный тип. Патроны к М4А1. Так, сейчас сюда. В кристалловый вот этот проход. Кстати, что у нас там по патронам? Давайте выложим немножко. Немножко, я сказал. Ну, 320. Выложим. 4 пачки. Что, все равно я сейчас этим оружием особо не пользуюсь. Так патроны просто пустую пропадают. И, ну, конечно, на обычном уровне сложности играть совершенно легко. Ах ты ж. Отлично. Я вот таки задел. Ух, колдун. Да, я этих монстров я колдунами называю. Замечательно. Да, вот в контрольном... В контрол-рум ничего нет. Подземная парковка. Теперь открыто. Кстати, можно отрубить эти защитные системы. Пока этот клоун там танцует. Пускай подлечится. Мне нужно время. Ты чё охренел там? Спать. Козел. Просто взял, стукнул такой. Самый крутой типа весь. Что это? Какое-то цилиндрическое устройство. Здесь дверь. С вентилем она не двигается. Ну, если бы я не отключил эти защитные устройства, я бы тут сейчас просто исполосовали. Но, с другой стороны, здесь вообще бесполезно, по сути, убить. С каких-то 75 опыта. Ну да ладно, это не страшно, я думаю, в любом случае. Гараж. Закрыт. Ну, есть панель управления сбоку. Панель управления... кто-то оставил ключ. Опа, внезапно. Да, нет энергии.
что здесь мы сейчас ничего не сделаем. Сейчас идем в дверь напротив. Теперь мне уже пора бы, я думаю, изучать следующую энергию какую-то. Давайте. Тут у нас вот появилась еще одна. То есть у каждой. Вот этой. У каждого набора способностей есть два изначально открытых. И третий, который получается, когда два прокачать до максимума. То есть до третьего уровня. Вот это заклинание, которое мне, я сейчас изучил, оно одно из самых полезных в игре, на мой взгляд. Так, ну хотя бы не колдуны. Хоть какое-то разнообразие. Так ты, червяк. Ух ты ж. Не согласитесь, классный монстр, конечно. Покалеченный, конечно. Но классный. Это что? А это существо, которое очень бронированное, но критический удар его сносит просто в путь. Так, идем сюда. Кстати. Не знаю, почему. Эх, было бы прикольно, если бы можно было эту штуку открыть и получить какой-то там уникальный предмет. Если бы, допустим, у этого шкафчика была система самооткрытия. Я сюда не входил с этой стороны, что ли? Офигеть. Здорово, колдун. Вот эта штука, которую я сейчас использую, такая хорошая штука против толпы монстров, которые окружают. Кстати, давайте сразу, вот мы сейчас рядом находимся, давайте в этот, в комнату хранения оружия зайдем. Нам гидру надо зарядить. Блин, зачем я это взял? Нет, это... вот это, вот так, да. Это правильное, правильное действие. Все, отступаем. Идем зачищать остальные зоны. Так, в какую мне дверь надо? Так, мне надо в параллельную дверь, которая на этой же стене и находится. Зачистить там кого-то. Не, ну то, что камера отключена, это вообще классно. А вот и любители светляка. Ух ты, не попал. Эм, 160 это у кого? Как ты... как ты промах такой? Против этой комнаты очевидно. Светляк это самое лучшее решение. Козел. 65 маны. Офигеть. Ну и остался здесь. Так, куда нам? Ага, нужно лучше потом туда сходить. Сначала я пойду в B3. Заодно зачищу. Точнее, опять же, сбегаю в драйв. Вот, посмотрю, тут может там кто-то появился. Успел. Ах ты ж попал. Ладно, держись там. В узких пространствах эти колдуны могут доставить проблем.
Сдохните уже. Лег, а потом сдох. Красавчик. Так, на сюда мне не надо, да? То есть, может быть, вот эту дверь открыть, которая через панель команду управления? Но это не то, чтобы сильно поможет. Так, отправляемся на подвальный уровень 3. Кстати, забавно, подвального уровня 4 на камерах нет. В этом, в той комнате управления, где мы пирс оставили. А, здорово, мужик. Тоже а нет. Фига себе, он боится огня. Что, кто же боится огня? Офигеть. А, тут где-то этот черепок, да? А, нет. И потом там черепок этот, который прячется постоянно. Они любят, на самом деле, так поступать. Бегаешь по комнате, ищешь всех врагов. И потом чисто случайно его, на него наступаешь. Вот такой черепок. И тут определенно огня многие боятся. Но этого просто разорвало сразу же. Без малейших шансов на выживание. Но плазма — это самая лучшая вещь против вот этих бронированных, которые медленные. Непонятно кто. Ух ты. Куда полез? С такими темпами расхода патронов мне сейчас в драйфилде нужно будет снова закупиться патронами. О, туалетная вода. Поднимаемся. А ну тут врагов уже, по-моему, нет. Верная игра. Да, врагов больше нет. Да, но, кстати, на самом деле даже не сказали, где конкретно вход в Neo Arc. Но это мы уже догадались таким образом. Сами по себе. Ну, отлично, здесь никого нет. Сколько я патронов? 120. Ладно, не буду пока эти... заряжать эти патроны. В принципе, пока есть. Пока хватит. Это уже потом. Когда их совсем мало останется, можно будет их и зарядить. Ну, сейчас пойдем на второй подвальный уровень. Оп, идем вниз. Сейчас нам какой маршрут нужно выбрать? От лифта, да, сразу в бок. И потом по прямой до другого лифта. Ну, замечательно, что там. Так, кстати говоря, тут эти места некоторые пометились уже крестиками, потому что мы уже никогда не сможем вот эту воду обратно убрать. Так что туда мы уже явно никогда не попадем. На Basement 2. А, ну да, мне на боковую часть надо. Да, он, конечно, быстро выдыхает с этого оружия. Но, конечно, критических ударов тут, по-моему, нет. Ты куда свалил? Ну и на тебе плазмутки.
Слышь? О, протеинку дали, офигеть. Просто враги дали протеинку. Опа. Кстати, вы что-то не очень типа темнели. Не доверяю я вам, товарищи. Ну там еще кто-то есть. Иди сюда. А ты кого ждешь? Особое приглашение нужно. Товарищи гусеницы. Мне, по-моему, да, сюда? Да, мне вот напротив. Комната размножения. Где в свое время содержали Боумана. Он даже не заросший. Боятся огня. Так, ты идешь вот сюда. Прекрасно. И кто у нас в комнате размножения живет? Я же подумал, как так. Это существо, конечно, реально забавное. А, вот, кстати, хитрый черепок. Так, но это еще не все. В какой-то из камер, он вот этот живет, на которого надо разбомбить плазмой. Что-то тратить на нее патронов кучу. И давайте подлечимся. Значит, мы ходим с неполным здоровьем. А, и остается еще две комнатки. И на этом, я думаю, будет достаточно на эту серию. Куда пошел? Серьезно? Один монстр? Мдя. Мдя. Как так? Не представляю. Кстати, этот огня не боится, на самом деле. Идет он лесом. Хе-хе-хе. Еще больше здоровья снял, чем у него было. Ну вот столько награды мне дает один этот колдун. Уже 10 тысяч денег. Хотя совсем недавно я их потратил буквально все подчистую. Неплохо, неплохо. Так, пойдем в лабораторию, сохранимся там. Вот сюда. Ага. А, кстати, ящик, что в ящике, я забыл. Может что-то... Да, нужно сбросить немножко хлама в него. Светляк, гранаты, прочее. Я бы, на самом деле, даже за то, чтобы одну протеинку выкинуть. А то у меня как-то карманы переполненные. Всего 7 мест осталось. Это очень мало здесь. А я, ты в порядке? Хелл? Он только что уехал. Эй, я волнуюсь о тебе. В общем, следи за собой, подруга. Скажи, ты не встречала Пирса каким-то образом? Я знала. Я думала, что это очень странно, что он ушел так рано сегодня. Хорошо.
Я не скажу Хэллоу. Позаботься о Пирсе ради меня. Хорошо? Он не то чтобы Рэмбо, знаешь. Ну да. Без оружия это особенно. О, а вот и закончилось у меня место на карте памяти. Ладно, на этом я благодарю вас за внимание. Обязательно оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях.